Возле здания Центра социального обслуживания появились цветники и мини-сад, оформленные в стиле лофт. Это не первая совместная акция работников центра с волонтерами «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегаза. В первую очередь, конечно же, это экология и украшение города и отдельных его частей. Также очень приятно видеть улыбки на лицах детей. Мы приобщаем их к тому, чтобы дарить жизнь, ну, в частности, этим растениям, дарить красоту, чтобы все улыбались. Нефтяники, сотрудники центра «Дети особой заботы» и волонтеры серебряного возраста совместно обустроили арт-объекты в стиле лофт и высадили 200 саженцев лобелии. Это одно из самых нежных растений. Садоводы ее обожают за обильное цветение. Скоро эти хрупкие цветы наберут силу и будут радовать взор до конца сентября. Это мероприятие лишь одно из нескольких добровольческих эко-инициатив, которые пройдут в августе по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». В этот раз в акции приняли участие более 40 человек. Эта акция важна тем, что мы в сотрудничестве различных поколений занимаемся совместными делами, да, занимаемся растениями. Такой ручной труд, это сближает всех. Особенно, когда детки взаимодействуют со старшим поколением, с бабушками, с дедушками. Конечно, это очень важно, тем более мы даем жизнь новым росткам. Я сегодня садила цветы, поливала их и буду навещать их. Завтра буду поливать их и делать то, что надо для цветов. Я утром увидела, я уже сходила в лес, насобирала ягодки. И вот это за полчаса я быстро собралась и примчалась сюда, потому что я обожаю природу живую, я вообще люблю цветы. У меня под окном я разбила клумбочку, мне соседи помогают, это мое хобби.